Я поделюсь потрясающим событием, которое сегодня у нас произошло в офисе Академии. Сегодня у нас была прекрасная гостья, мой преподаватель и автор многочисленных книг, которые вот здесь вот стопочкой аккуратненько у нас лежат. Так вот, сегодня мы принимали в гостях Инессу Трубецкову, и мы записали очень подробное, интересное интервью. У нас здесь практически, вот вы не видите, а здесь специальный свет, здесь техника на заднем плане. То есть это все помогло нам сделать очень подробное интервью. Мы поговорили о книгах, мы поговорили о новых материалах и новых событиях, и новых проектах Инессы. И, в общем, обязательно смотрите видео, а я сейчас передам слово Инессе. Я думаю, что впечатления свои тоже от сегодняшней встречи, чтобы спасибо. Она... Спасибо, Танечка, очень рада. На самом деле, огромное спасибо за приглашение. Я всегда очень рада, когда это совершается, потому что мы практически всегда общаемся по телефонам, по интернетам, но вот это живое общение никогда ничего не заменит. И я очень рада, что мы наконец-то смогли сегодня не только мило болтать, как это у нас всегда водится, но еще и сделать полезную встречу, я надеюсь, для наших читателей. И наконец-то, я думаю, что я избавлюсь от вопросов, а ваша ли эта книга, потому что периодически у меня уже начиналась паника, думаю, почему вообще мне приходят эти вопросы. И огромная благодарность Татьяне за то, что она столько лет поддерживает нас, всегда рядом с нами, помогает. Я очень вижу, скажем так, то желание остаться в этой профессии, сделать ее лучше. И в этом мы всегда схожи, в этом мы всегда близки. И я надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет только развиваться и расти дальше. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Девушки, обязательно оставляйте свои вопросы под этой публикацией, потому что мы обязательно продолжим эти встречи, и нам очень интересно узнать, какие вопросы у вас есть к Инессе как автору многочисленных книг. Да, я вам обязательно напомню все книги в наших видео, поэтому готовьте вопросы, и вы сможете получить ответы из первых уст. Спасибо огромное. До встречи. До встречи.